Сегодня готовим вот такой очень нежный вкусный десерт. В миску кладем яйца, ванилин, сахар и соль. Взбиваем миксером до его растворения. Добавляем растительное масло и кефир. Продолжаем взбивать. Далее добавляем соду, какао и муку. Тесто готово. Противень застилаем пергаментной бумагой, наливаем тесто и равняем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов 15-20 минут. Готовность проверяем палочкой. Бисквит готов. Достаем и даем остыть. Таким же способом печем еще один. Пока бисквиты остывают, готовим меренгу. В миску кладем белки, добавляем соль и ванилин. Взбиваем. Постепенно добавляем сахар и взбиваем до его растворения. Добавляем лимонный сок и взбиваем еще минуту. Меренга готова. Выкладываем на противень и равняем. Отправляем в разогретую духовку сушиться при температуре 100 градусов 1,5-2 часа. Готовим заварной крем. В ковш кладем желтки. Добавляем сахар, муку, ванилин. И все хорошо перемешиваем.
Постепенно добавляем молоко. Ставим на огонь вариться. Постоянно перемешиваем, чтобы не подгорело. Крем наш готов. Накрываем пищевой пленкой или пакетиком и даем остыть. Меренга готова. Достаем и даем остыть. Продолжаем делать крем. Сливочное масло взбиваем миксером до осветления. Потом постепенно добавляем заварную основу и взбиваем. Вкусный и воздушный крем готов. Собираем наш десерт. Готовила коржи, отрезала все неровные края. Сейчас то же самое сделаю с меренгой. Края не выбрасываем и не кушаем, потому что с ними мы будем украшать. Все подготовила, собираем десерт. Корж, крем, меренга, опять крем, последний слой коржа добавляем и смазываем кремом.
отправляем десерт в холодильник пропитаться на несколько часов. Можно оставить на ночь. Перед подачей десерт поливаем шоколадом. Нарезаем на кусочки и подаем к столу. Вот что у нас получилось. Готовим с любовью и наслаждаемся.